Добрый вечер, дорогие друзья! С вами в эфире бабушка Степашка. Сегодня я хочу вам рассказать про моего внучка. Вот он, видите? Он у меня такой любит вот покушать ляшечки с курочки. Приходит бабушка, бабушка, а нету у тебя курочки покушать? А я ему раз и дам. Видишь, он придет сюда, вот тут зайдет, себе на крышу ляжет, вот так вот разговаривает. Ой, нечаянно у него бывает, он падает, когда сонный. Вот так он придет, ляжет, тут что-то он играет, какие-то игрушки, вот даже себе черепаху завел. Вы видите, какой развратник? Вот черепаху он завел, и что он с этой черепахой тут делает, я сам не знаю. А вот его братья, и они, видите, как все работают? Кто в космос летает, а кто мороженое продает? Эти два так что-то там. В армию ходят, они что-то зарабатывают. Некоторые даже вот с летающей тарелкой боролись. Видите, какую тарелку привезли? Она вот так вот делает. Пух! И самолет сбивает. Ах-ха-ха-ха. Внучок у меня, конечно, класс. А посмотрите, какой город там у него вокруг. А мой внучок, знаете, чем увлекается, друзья дорогие? Он очень сильно любит подводные лодки. Вы только посмотрите, это он сам. Друзья, сам целых 3 часа собирал. Ой, я даже боюсь его в руки брать. А вдруг распадется? Меня ж потом внучок тут почти за ляшечку примет и еще съест меня. Представляете, что будет? Смотрите, какую лодку он построил. Вау, сейчас мы подвинем его братьев. Ого! Вы только посмотрите на этот шедевр. Смотрите, здесь и торпеды, друзья, есть. Представляете, и вот экипаж, и вот фонари спереди есть, а вот дудалка, он как ду-ду! И все рыбы в океане просто прячутся. Я вам серьезно говорю. А вот он, телескоп, он смотрит здесь, где что находится. Вот у него какая-то штуковина, которая тоже вот плавает под водою. Видите, вот, и вот братья тоже иногда приходят, он забирает их сюда в люк, и там вместе с ними он плавает. Вот, вот здесь он как капитан на берегу стоит, вот такой вот крутой с ляжкой. А вот иногда он любит одевать свои ласты, вот, видите, у него ласты вот такие крутые, еще крутой у него есть штука вот эта, как она, детки, называется, с которой ныряю. Акваланг, точно. Вот, и он на глубине, видите, ключом своим вот в маске ремонтирует. И он такой умный у меня, но курочку все равно он любит больше, чем ласт. А еще в его городе, где он живет, посмотрите, это его друг. Я не знаю почему, но на него говорят мартышка. Потому что он так много смеется и все время такой, как мартышка, коричневый. Мартышки что ли коричневые, правильно, внучки? Или я ошибаюсь? Вот смотрите, как едет, так поехал. Ну и последнее, что я вам на сегодня расскажу, это про нашего крабика. Наш крабик вот так вот ползает, цап-цап-цап-цап-цап. Да, он очень любит деток. И вот скоро мой внучок придет, я буду, наверное, закругляться. А то если он увидит, что его бабуля, дедуля, Степашка вот это тут играется в его игрушки, он меня не поймет. Так что все, друзья, видите, какой у меня внучок.